Собрать и разобрать автомат. Что может быть проще для воспитанников военно-патриотических клубов? В честь праздника Дня спецподразделений на тенистой лесной опушке в Чернцах они встретились, чтобы выяснить, кто из них быстрее, выше, сильнее. Такие соревнования по преодолению комплексной полосы препятствий в регионе проходят уже второй раз. Подростки не готовы, допустим, прыгать с высоты 2,5 метра. Потом мы поставили, скажем, мат для обеспечения безопасности, для исключения травм. Ну, дорабатывали нам полосу препятствий. Полосу препятствий придумывали и пробовали на себе спецназовцы ОСН «Ураган». Говорят, сложно, но ребятам покориться. Среди участников состязаний неподготовленных нет. Один из этапов – это преодоление водной преграды. Ребята, которые будут меньше ростом, для них, конечно, это будет немножко сложнее. Ребята, которые покрепче, повыше, им проще будет переносить раненого на носилках. Переправа тоже заключает свои нюансы, которые тоже будут зависеть, кому-то легче, кому-то сложнее. Самое сложное испытание – преодоление водной преграды. Всем трем участникам команды после переправы предстоит в сырой одежде проходить этапы. Мокрые ботинки скорости не добавляют. Тяжелее будет, чем сухими, конечно, потому что на тебе не один слой одежды, и ты бежишь, и оно все еще в два раза увеличивается. Самое тяжелое – это вот стрельба, потому что ты такой сырой, бежишь, уставший, подбегаешь, надо сконцентрироваться и попасть. Для победы важно работать слаженно и в команде, хорошо понимать друг друга. Это нарабатывается опытом. Каким надо быть, чтобы выиграть, знает каждый в команде. Сильным, ловким, умелым, сноровка нужна. Нужно иметь холодный ум в некоторых ситуациях, чтобы где-то не сбиться, чтобы все гладко прошло. Соревнования для подростков военно-патриотических объединений – большая редкость. Поэтому, чтобы участвовать, приехали гости из Москвы, Владимира, Костромы и Республики Мордовия. Всего на старт в этот день вышли 12 команд. Мы приезжаем сюда второй раз. Нам очень понравилось в том году. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на предложение и привезли две команды. Значит, у нас мы сами с Мордовии приехали. Одну саранскую команду привезли, одну с Еваса команду привезли. Ребята, очень довольны. Сейчас посмотрим, что из этого получится. По результатам соревнований первой стала команда гимназии номер 23 «Воин» города Иваново. Второе и третье место заняли воспитанники отряда «Юный спецназовец». Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежневский район.